Всем здравствуйте, дорогие друзья! На связи Ильнар Мухамедзянов. В этом видео покажу, как пополнить свой баланс компании Trade криптовалютой Эфир. Для этого я воспользуюсь официальным обменником компании, который находится в личных кабинетах. Можно, конечно, воспользоваться и другими обменниками, которые можно найти на сервисе BestChange. Здесь много различных вариантов. Выбираете в таблице слева, какую валюту вы отдаете. Это могут быть различные электронные кошельки, другие какие-то криптовалюты, либо банки. Допустим, если я выберу Сбербанк, то в правой колонке, соответственно, нужно мне будет выбрать криптовалюту эфир. Находится она чуть выше. Вот Ethereum. Выбираю и смотрю, соответственно, какие есть обменники, по какой они цене продают и какой у них резерв. Дело, как говорится, ваше. Можно здесь поискать, найти более выгодный курс, более выгодные варианты, но не всегда у них в резерве есть достаточное количество монет. Сейчас я покажу непосредственно на примере официального обменника компании. Находится он в личном кабинете. И вот здесь вот есть такая надпись: официальный сервис валютного обмена ETHEX. Если нажмете сюда, перекинет вас на обменник. Также эту кнопку еще можно найти вот здесь, ETHEX Exchange. Нажимаю сюда, перехожу на официальный обменник компании. Здесь представлены довольно-таки распространенные платежные системы, которые мы можем обменять на криптовалюту эфир. Допустим, смотрите, Pair, Advanced Cash, Perfect Money, в принципе, мне многим известные довольно-таки обменники. Ну, не обменники, а платежные системы. Допустим, давайте выберем Perfect Money. Выбрал Perfect Money, выбираю эфир. Далее необходимо указать сумму. Допустим, пусть стоит $100, я ввожу, допустим. Указываю свой кошелек в Perfect Money. Далее он мне показывает, сколько я эфира непосредственно получу на свой кошелек эфира. И вот здесь вот есть такая строка «To account». Здесь необходимо указать адрес своего кошелька эфира. В прошлом видео, как я уже сказал, мы создали свой кошелек. Для этого, соответственно, я сейчас открою тот документ, который я сохранил в папочку. Открываю вот кошелек, и здесь у меня указан адрес моего кошелька. Копирую его и вставляю сюда. Далее указываю свой email. И нажимаю кнопку Exchange. Далее он мне сообщает о том, что я проверил информацию по своему обмену. И необходимо здесь поставить галочку. Далее нажимаю кнопку Create Bid. И здесь необходимо уже нажать кнопку Go to Payment. Как видите, переносится на платежный шлюз, где я выбираю счет Perfect Money, нажимаю сделать платеж. Вы это, в принципе, все знаете, как обычно, да, вводите свой ID пользователя, там, своего перфекта, вводите пароль, вводите капчу, нажимаете «Просмотреть платеж» и, соответственно, оплачиваете. После того, как вы оплатили, вам нужно будет просто нажать «Check your payment» после оплаты, конечно же, и в течение там часа, максимум двух, монеты поступят на ваш кошелек, который вы указали при обмене. В следующем видео я покажу уже непосредственно, как перевести со своего кошелька эфира монеты на баланс в компанию Trade и создать портфель. На этом все. Ждите следующего видео.